Я Даниил Донченко, мне 20 лет, и я боец B1 MMA. 29 числа ночью я вылетаю в Абу-Даби, мне предстоит поединок в очень крутой международной лиге UA Warriors. Соперник мой француз Джимми Вьено, 70 килограмм. Соперник действительно достойный, очень сильный, но с правильным планом на бой, с правильной подготовкой, с поддержкой B1 MMA. Мы все сделаем правильно и одолеем соперника. Тот момент, что он реально очень крутой, что у него очень много титулов, это может как-то вначале чуть-чуть поддавливал психологически, но сейчас это для меня наоборот огромная мотивация победить. Да, сейчас я подтягивал борьбу к этому бою, это мой план, и мне очень помогал клуб Аурум, где тренер Будочкин Александр Игоревич. Я тренировался у них, проходил все спарринги по ММА. И также Кирилл Медведовский помогал мне подтягивать мою джиу-джитсу. И персональный тренер Виталий, который подписан в инстаграме Golden Coach. Мы с ним занимались персонально, и он мне показывал всякие маленькие детали в борьбе. Мы с ним вместе работали над партером, поэтому я чувствую себя более чем уверенно. Да, вот сегодня пятница, у меня сегодня заключительные спарринги, я работал с очень сильными ребятами, и в числе из них был Ярослав Амосов, который действительно очень-очень крутой боец, это мой кумир. Если я нахожусь в зале с такими ребятами, я должен соответствовать их уровню, и это огромная мотивация улучшать себя, много тренироваться, чтобы достичь таких результатов, как достигли ребята, а то и тоже выше. Я достаточно скромный в этом плане, но мне кажется, надо так драться, чтобы другие люди говорили, что вот он реально очень крутой ударник. Ну да, и у меня база кикбоксинга, я последние года, 4 года выступал по кикбоксингу, завоевал достаточно много международных титулов и дрался на профессиональных аренах в Таиланде. Ну, я думаю, что что-то умею. Хочу поблагодарить всех моих родственников, которые поддержат меня, всех моих близких друзей. Вот, огромное спасибо моим тренерам, кто готовил меня, Кириллу Медведовскому, Юрию Дистаткину, Сергею Герасименко, Виталику Golden Coach. Вот, и также клубу Аурум за то, что меня очень гостеприимно принимали, помогали, подсказывали, учили, и в том числе Дудочкину Александру Игоревичу, главному тренеру. Вот. Вот, поэтому с такой вот командой, с такой подготовкой я уверен на 100% на победу. Вот, спасибо B1 MMA за то, что мне предоставили эти условия. Вот, потому что без них было бы куда сложнее, а так у меня дополнительная мотивация есть. Спасибо огромное. У меня все огонь, ребята, просто огонь. Еду в отличном настроении, еду побеждать.